лидером большой торговой сети. Мотивировать? Нет. Признавать – это наш выбор. Армель – это стиль жизни. Путешествия – это особые мгновения, которые делают людей счастливее. Именно поэтому мы проводим 2 незабываемых ежегодных события – лидерский вояж и президентский вояж. Открой мир вместе с Армель. Мы постоянно совершенствуемся, расширяем продуктовые линейки и повышаем качество товара. Осваиваем современные инструменты для успешного ведения бизнеса. Присоединяйтесь к нам. Живите, любите, творите. Будьте успешны вместе с компанией Армель здесь и сейчас. Счастье как пазл. Оно состоит из множества частей. Соберите его. Начните свою историю успеха вместе с нами, с компанией «Армель», командой счастливых людей. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Проверка связи, как меня слышно. Давайте проверим звук, потому что в чате пишут, что нет звука. Все отлично, все. Здорово, всем добрый вечер. Есть звук. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале, чтобы мы могли спокойно уже не отвлекаться на проверку связи. Все отлично. Я, собственно, немножечко повторю, что я говорила. Вы посмотрели потрясающий мотивационный такой ролик, и вот на этих воодушевляющих словах, которые вселяют надежду, веру на успех, да, на счастливое будущее, я хотела бы начать наше сегодняшнее мероприятие. Адресована она в первую очередь тем, кто сегодня в поиске, кто ищет какую-то новую возможность, рассматривает какие-либо дополнительные источники дохода, это неспроста, что вы сегодня здесь. Кстати, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате те, кто впервые находится на таком мероприятии, либо будет впервые слушать презентацию сегодняшнюю. Наталья, очень приятно, рада вас приветствовать. И все, что сегодня будет происходить, это будет происходить в первую очередь для вас и всех гостей, которые находятся в нашей вебинарной комнате. Давайте для начала я представлюсь. Зовут меня Олеся Селезнева, я являюсь лидером компании «Армель», собственно, о чем мы сегодня и будем говорить. Живу я в городе Оренбург. Бизнес-компания «Армель» мы строим совместно с моим супругом Владимиром Селезневым. И мне это вдвойне приятно. Буквально сегодня я рассказывала при встрече мамочкам тоже, да, что если я не представляю, какая бы была сегодня моя жизнь, если бы я работала там, на работе по найму, потому что начался учебный год, да, закончилось лето, время отпусков прошло. У кого-то дети идут в школу и так далее. Вот в нашей семье 2 школьника, разная смена, нам приходится по 4-5 раз в день ездить со школы встречать, отводить на тренировки и так далее. И я просто себя поймала на мысли, что как классно, что я могу
спокойно, да, вот жить, даже не существовать, жить, радоваться жизни, иметь возможность растить доход и так далее, да, и самое главное, смотреть, как растут мои дети, да, участвовать в этом вопросе. Так вот, почему мы сегодня говорим о новой возможности, да, наверняка каждый сейчас, каждого человека, да, здравомыслящего посещает мысль о том, что как бы мне увеличить свои доходы. Потому что, во-первых, прошло лето, как я уже сказала, многие вернулись с отдыха и уже наверняка думают о том, куда поедут на следующий год, сколько им денег нужно и задумываются, каким образом они заработают эти денежки. Есть такой момент? Если есть, прям буду благодарна вашим комментариям в чате. Люблю такие живые встречи. Чем, возможно, у вас будут вопросы. В общем, если согласны, ставьте плюсики. Я продолжаю развивать свою мысль дальше. И как раз-таки осень – это время тогда, когда люди начинают вот затрагивать эти темы, да, у себя в голове и так далее. Плюс тот момент времени, в котором мы сейчас находимся, я не люблю, знаете, говорить там, что все плохо, кризис или так далее. Всегда у медали две стороны, да, так вот можно рассматривать теперешнее интересное время с другой стороны, как время новых возможностей. Но возможности открываются для тех, кто открыт к этим возможностям. Согласны же, вот я вижу много плюсиков в чате, это здорово, что вы разделяете мою точку зрения. И, собственно говоря, вот так же несколько лет назад произошло со мной, примерно в это же время, это был не сентябрь, а октябрь, я рассмотрела возможность сотрудничества с компанией «Армель». Что самое интересное, в то время я находилась в декретном отпуске. Представляете, у меня было двое маленьких деток. Добрый вечер, кто присоединяется. И, собственно говоря, у меня вообще никогда не было навыков предпринимательства. В моей семье там никогда не было продажников и так далее. То есть к чему я это говорю? К тому, что я абсолютно обычный человек, да, девушка, женщина, у которой есть семья, у которой есть правильно расставленные приоритеты в плане семьи и воспитания детей. То есть я не скажу, что я там супер-пупер, там какая-то карьеристка, которая ставит вот навести карьеру и все, абсолютно нет. И, понимаете, я решила попробовать, и у меня получилось. Поэтому я с 1000% уверенностью говорю, что та идея, которую вы сегодня услышите, это бизнес, который подходит абсолютно каждому человеку. Вы только вдумайтесь в эту фразу. Это дело, это бизнес, который подходит абсолютно каждому человеку. И давайте же сегодня как раз-таки разберемся, да, почему эта возможность не должна пройти стороной вас, ваших близких, ваше окружение. Что элементарно мы можем предпринять в жизни, когда нам не хватает денег? Давайте вот с вами поразмышляем немножечко, да. Самое элементарное, что мы можем сделать, это устроиться на вторую, третью работу. И как бы грустно не было, я знаю такие ситуации, когда люди из моего окружения, да, устраиваются на несколько работ. Но самое парадоксальное то, что они не обретают ту финансовую независимость, ради которой они где-то не досыпают, да, где-то теряют свое здоровье и так далее. То есть это получаются такие некие крысиные бега, когда человек в надежде вот думает, я сейчас вот устроюсь на вторую работу, чтобы наконец-таки закрыть кредит и так далее. Кстати, я вам не сказала, что эта возможность, да, она дала нам на протяжении вот первого года сотрудничества с компанией закрыть все кредиты, которые реально на тот момент уже не давали спать. То есть суммы все время росли, пополнять было нечем. И, собственно, финансовая ситуация была достаточно плачевной. Да? И первое, что мы сделали, это мы закрыли кредиты. Следующий момент – это была покупка
нового автомобиля из салона. На сегодняшний день в нашей семье уже 3 таких автомобилей. Я немножечко сегодня тоже об этом расскажу, как иметь такую возможность, да, практически каждый год покупать машины из салона, при этом, когда рассчитывается компания. И на сегодняшний день мы имеем несколько объектов недвижимости, которые тоже куплены из денег, заработанных в компании «Армель». У меня больше нет никакого параллельного дохода. И супруг сейчас полностью на 100% тоже присоединился к бизнесу. Понимаете, и это все за короткий промежуток времени. Вот вы просто подумайте, можно тратить время годами, терять здоровье на работе, опять же, по найму, но всегда, когда мы... Вот, кстати, да, пишут, Янина, спасибо, да, Армель на 3 работах работала, и кроме того, что у меня дергался глаз, вот как раз-таки, да. И человек не получает того, то есть он всегда работая в нами, мы работаем на мечту кого-то. Вот в один момент я это очень хорошо поняла и осознала. Что мы еще можем предпринять? Да, видим, это не выход устраиваться на энное количество работ. Можно, конечно, освоить какую-то новую профессию, но, опять же, для того, чтобы освоить новую профессию, нужно время, как правило, нужны деньги, да, чтобы получить какую-то вторую профессию, повысить квалификацию и так далее. И где гарантия того, что нас прям вот с распростертыми объятиями где-то ждут на работу и так далее, да, как правило, к тому времени, когда мы уже там вторую, третью специальность получаем, она уже говорит, слушайте, извините, а у вас уже вот возраст не тот, нам бы вот помоложе, да, тоже сталкивались с таким. Поэтому это тоже не всегда, то есть это вариант, но это как бы не стопроцентная гарантия того, что в ближайшее время вы сможете улучшить свое финансовое положение или, наоборот, высвободить, допустим, время, да, занимаясь любимым делом и так далее. Можно организовать свой бизнес. Вот это уже интереснее. Но, опять-таки, общаясь со многими предпринимателями традиционной сферы, да, я понимаю, насколько много проблем сегодня вот встает у предпринимательства. Во-первых, это связано с арендой помещений, закупкой оборудования, да, самого продукта, да, вот что люди будут продвигать. Если это какая-то услуга, то здесь нам нужны профессиональные кадры, что, опять же, да, с этим не всегда все легко, и нужно определенное время, чтобы найти этих людей. И, собственно, самый сложный такой момент, да, перед которым мы встаем, что будет являться идеей, что сегодня на рынке нет такого, на чем бы я смог заработать. Вот если есть у нас сегодня на презентации предпринимателей из традиционного бизнеса, тоже, пожалуйста, откликнитесь, согласны ли вы с тем. Просто я знаю, что вот недавно тоже у меня появился партнер, девушка-предприниматель в сфере ресторанного бизнеса. Она всегда жила припеваючи вообще, 3 этажа, банкеты гремели постоянно. Но что мы имеем сейчас, когда началась пандемия, когда в первую очередь, да, закрыли все рестораны, кафе и так далее, она говорит, я поняла, что мне нужно хоть что-то, хоть какой-то способ выживать. Тогда они придумали там использовать полуфабрикаты, доставку и так далее. Но понимаете, вот как все нестабильно, да? И, опять же, можно заниматься инвестициями, преувеличивая свои доходы, но для того, чтобы инвестировать в интересные проекты, нужно иметь, что инвестировать, да, как из мультика «Простоквашино», чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное. И в чем уникальность того, что вы находитесь на сегодняшнем мероприятии, что здесь уже у нас с вами есть готовая бизнес-идея, да, вот что делать, если нету
идеи, нет денег на запуск, нет опыта, а хочется, вот хочется жить здесь и сегодня, и сейчас, да, хочется отдать все самое лучшее детям, да, покупать им, давать образование и так далее, путешествовать хочется сегодня, кушать вкусную, полезную еду хочется тоже сегодня, да, а не тогда, когда уже ты понимаешь, что все, жизнь пройдена. Согласны со мной? Так вот, как раз-таки мы вместе с командой лидеров, вместе с компанией «Армель» предлагаем сегодня стать частью вот этой вот системы, я не знаю, назовите это как бизнес под ключ, франшиза, да, есть такое сегодня интересное модное слово, в общем, бизнес в партнерстве с компанией «Армы». Давайте разберемся, что же это такое. Ну, во-первых, основа основ – это, конечно, продукт, потому что на нем все строится. Мы занимаемся продвижением бренда на рынке, соответственно, мы работаем с продуктом. Это абсолютно честная система, где вы не просто отдаете деньги, платя там за воздух, за воду, за идею и так далее, и имеете шанс, возможность разбогатеть. Мы имеем дело с высококачественным продуктом, который нужен абсолютно каждому человеку, в каждый дом, в каждую семью, там, начиная от буквально подросткового возраста и заканчивая глубокой старостью. Почему я так с уверенностью говорю? Потому что на сегодняшний день компания «Армель» – это мультибренд, и у нас есть порядка 5 направлений на сегодняшний день, очень актуальных. Это такие продукты, как парфюмерия. Да, парфюмерия сегодня пользуется от мала до велика. Мы сейчас чуть позже я еще про парфюмерию вам немножечко расскажу, потому что это моя самая любимая тема. Это косметика. Да, это все, что связано с уходом за лицом, направление молодости, красоты, здоровья. Это всегда очень актуально, потому что во все времена люди хотят быть красивыми, молодыми, здоровыми, ухоженными. Отдельная тема – это кофе. Говорить, что кофе сегодня – это актуальная тема, ну, достаточно посмотреть, сколько кофе-лайков, да, вот по городам. У нас вот лично в Оренбурге они практически на каждом шагу, и я вижу, как люди стоят там в обеденный перерыв, рано-рано утром. То есть культура потребления кофе растет. Сегодня никого не удивишь пакетиком 3-в-1, но вкусным кофе мы имеем возможность людей удивлять. Тоже чуть позже прям коснемся немножечко этого направления. И это экопродукция, тоже очень популярное направление, связанное как и с здоровьем, так и с чистотой в доме и так далее. Да? То есть продукт. И на сегодняшний день мы уже получаем большое количество отзывов положительных от людей, которые столкнулись с продуктом, которые попробовали его, оценили качество. И хочу отметить ваше внимание, что это не просто партнеры, да, которые мы пришли в компанию зарабатывать деньги, а это отзывы от реальных уже клиентов, которые, ну, скажем так, независимы в продвижении бренда. Для меня очень важны такие отзывы как независимых людей, да. Вот. Следующий момент – это, конечно, надежность компании, потому что, когда я рассматривала сотрудничество с компанией «Армель», у меня было, друзья, такое сомнение. Сейчас я понимаю, что оно было зря, но тем не менее, когда я приходила в компанию, в компании был еще всего лишь год, и год – это, знаете, такой вот момент, когда многие компании уходят с рынка. И скажу честно, что меня посещал вопрос, а вдруг компания вот уйдет, да, и не будет существовать. На сегодняшний день такого вопроса нет. То есть вы от себя вот это сразу отсекаете, я вам просто рассказываю свой опыт, что человек, в принципе, всегда старается найти какой-то подвох, да, какую-то негативную составляющую. Если ты сегодня, слушая презентацию, думаешь, ну, не может быть так все идеально, да, или там, а в чем здесь подвох ищешь, это все нормально.
Сразу скажу, что не бывает, как не бывает идеальных людей, так и не существует идеальных компаний, но сегодня, на сегодняшний день в компании Армель есть все для роста бизнеса. Надежная ли компания? Да, надежная, потому что время уже показало, что, во-первых, мы с рынка не ушли, так мы не только не ушли, мы очень активно и бурно развиваемся. И даже в те моменты, когда закрывались на карантины всевозможные общественные места и так далее, у нас не остановилась ни доставка, логистика также работала. Более того, у нас сейчас идет усовершенствование многих продуктов, и ну, вы понимаете, да, что это говорит о многом. И в первую очередь в росте, в развитии компании и людей, которые причастны к этому бизнесу, заинтересованы непосредственно основатель компании Вячеслав Демидов со своей замечательной супругой Яной Демидовой. И люди живут этим проектом, а пока люди живут этой идеей, компания будет жить и развиваться. Вопрос, примете ли вы в этом участие или это пройдет мимо вас, и здесь уже стоит задуматься вам. Но я всегда говорю, когда у вас есть выбор, ведь согласны, что выбор есть всегда. Вот у меня, допустим, стоит сейчас выбор, покушать мне поздно вечером или нет, да, допустим, всегда встает выбор, там, я не знаю, выйти замуж или нет, пойти погулять или нет. Вся жизнь – это выбор, согласны? И вот когда передо мной ставят такой выбор, и вам очень сильно рекомендую, всегда подумайте, а что произойдет, если я не попробую? То есть все будет так же, да? А что произойдет, если я попробую? А вдруг у вас получится, а у вас есть все шансы, чтобы получилось. Да-да-да, выпить протеиновый коктейль – это лучшее решение. Енин, спасибо за идею. Естественно, у меня на ужин протеиновый коктейль, а еще, скорее всего, это будет сегодня очищающий комплекс, второй этап. Вот такая классная вещь. Вот, немножечко отвлеклись, да? Мы имеем очень классную финансовую поддержку в виде маркетинг-плана. Сегодня тоже немножечко об этом поговорим. И, конечно, это очень мощное обучение и поддержка, да, потому что вот вообще по статистике 95% людей, они не являются предпринимателями, они не являются бизнесменами, да, и всегда встает вопрос перед чем-то новым, а смогу ли я? А получится ли у меня? И вот здесь у вас есть 100% гарантия, что вас не бросят, вас научат, потому что как ну, в системе есть, в компании есть мощная система обучения, и для тех, кто сегодня примет решение разобраться в бизнесе, захочет действительно попробовать, если вы хоть на чуть-чуть в поиске, для вас у меня уже будет отдельное приглашение на обучающее мероприятие для того, чтобы начать отвечать на вопросы «как». Да? Более того, у нас проходят такие масштабные мероприятия. Скоро нас будет ждать школа ключевых лидеров, да, где лидеры и руководство компании делятся всеми знаниями, наработками. То есть вы должны понимать, что в этой системе есть масса людей, которые заинтересованы в том, чтобы вы начали зарабатывать деньги. Понимаете, в традиционном бизнесе, наоборот, все борются за, ну, боятся конкурентов, да, а здесь мы для людей радуемся, когда у них, у партнеров, да, начинает получаться, потому что автоматом так построен бизнес, ну, хорошо всем участникам системы. Вот. И сейчас проходит очень классный марафон роста, где мы каждый день делимся опытом, получаем новые инсайты, сведения там, о продукции, получаем информацию от экспертов, от руководства. Вот, например, завтра уже будет обучение от директора по маркетингу, поэтому присоединяйтесь, принимайте решение стать партнером. Я сегодня тоже расскажу, что для этого нужно, и, соответственно, уже вливайтесь вот в эту волну, да, когда вот на море шторм, много волн, да, если вы попадаете в волну, вы дальше вот по волне так вместе и идете. Примерно та же самая картина в бизнесе. Прям немножечко коротко еще
расскажу о продукте. Да, я вам сказала, что у нас несколько направлений, это парфюмерия. И здесь вот прям отдельно расскажу прям маленький случай, который буквально произошел сегодня со мной. Я сейчас показываю вам флакончик номерной коллекции Neolux, 163 аромат. Сегодня я отвозила детей в школу, и у меня есть такая привычка, когда я наношу на себя аромат, я делаю это с удовольствием всегда и даже сейчас, потому что мир ароматов, он особый мир, да, это и эмоции, это и статусность и так далее. И на сегодняшний день, согласитесь, что парфюмерия – это аксессуар, без которого уже мы не выходим на улицу, да, как телефон, как часы и так далее. И скажите, вот вы сегодня наносили парфюм? Поставьте плюсики, кто сегодня наносил парфюм. И пока вы ставите плюсики, подумайте, 2-3 человека из вашего окружения сегодня наносили парфюм? Вот уже вижу огромное количество плюсов. Поэтому представляете, какой кайф работать вот с таким продуктом, эмоциональным, легким, который не нужно навязывать. Я вообще не люблю что-либо продавать, но сегодня так получилось, что буквально за 2 минуты я заработала 600 рублей. Представляете? За пару минут, отвозя ребенка в школу, я зашла в магазин купить, забыл стирательные резинки, я захожу купить. Нашла уже резинку, быстрее тороплюсь, рассчитываюсь на кассе, а девушка говорит, что за вас на аромат? И я как бы торопясь, не сразу начинаю ей отвечать, что-то там уточняю по цене и так далее. Она спрашивает, девушка, на вас какой аромат? Представляете, дважды мне задают вопрос. И я говорю, на мне парфюмерная коллекция Армель номер 163. Давайте я вам брызну, вы сегодня как раз вам понравился этот аромат, походите с ним. И вот моя визитка. Предлагаю созвониться, ответить на все вопросы. Я развиваю этот бизнес, уверена, буду вам полезна. Она спросила еще, сколько он стоит. Она обалдела от цены, потому что она очень приятная. Она говорит, да, конечно, мне это интересно, я обязательно вам позвоню. Представляете? И мы уже с ней договорились о том, что я ей, конечно же, предложила партнерство, и она будет покупать аромат еще по более выгодной цене. Да? Вот такой вот легкий продукт. Представляете, у меня даже не было цели пойти, да, что-то кому-то рассказать. Это было параллельно. Теперь ответьте, подумайте на вопросы. Сможете ли вы, если вы где-то работаете, параллельно делать этот бизнес? Можно? Да, конечно, можно. Если вы мама в декрете, вы в любом случае гуляете с детками, ходите куда-то по делам. Можно ли совмещать там какое-то свое дело вот с таким вот легким эмоциональным продуктом? Конечно, можно. И при том, смотрите, это такой продукт, который не стыдно показать ни как мужчине, ни как женщине, да, то есть это бизнес, который абсолютно подходит всем. И мужчина с гордостью может говорить о парфюмерии, ведь это продукт, которым пользуется 90% женщин, да, вот даже если вы мужчина, я вижу, что сегодня у нас есть представители мужского пола, это очень классно. Даже если вы, допустим, не знаю, чем-то не пользуетесь, к примеру, помадой, да, но вы же понимаете, что в вашем окружении больше 50% есть женщин, которые пользуются губной помадой, и почему бы на этом не зарабатывать, согласны? Ну вот если как предприниматель мысли, да, вот. Соответственно, также и парфюмерия. Следующий момент – это товары для красоты и здоровья. Как я уже сказала, эта тема очень актуальна. Это и декоративная косметика, и уходовая косметика. И здесь мы уже тоже получаем очень много отзывов. Тема интересная, больше, конечно, понимаю, что для женщин, но женщин у нас сегодня много, поэтому пользуйтесь, получайте на себе результаты, косметика сама себя тоже продает. Следующий момент, так, не вижу, вот про кофе я вам еще отдельно хотела тоже несколько слов сказать. Всегда у меня тоже есть, помимо аромата, который у меня всегда в сумочке, у меня есть еще пакетик кофе. Как я уже сказала, культура потребления кофе, она растет. И, кстати, кофе – это второй рынок после нефти. И вот даже если убрать косметику, убрать духи, убрать экопродукцию, если бы у нас был просто кофе, друзья,
просто на кофе можно сделать классный бизнес в разных городах и странах. Опять же, да, потому что на сегодняшний момент, повторюсь, культура потребления кофе сегодня никого не удивить пакетиком 3 в 1. Сегодня все больше людей дома имеют кофемашины, люди привыкли к хорошему, вкусному, качественному кофе. Так вот, чем уникально наше направление, что мы можем предложить человеку еще и новую технологию дрип-пакета. Да, кофе любовь моя, вот такой вот пакетик, который можно заварить абсолютно везде, где только есть кипяточек. И, о, какой пошел аромат, открыла миски со сливками, и, наверное, я вместо протеинового коктейльчика все-таки выпью сначала чашечку кофе, вот, ну, то есть это такой аромат, с кофе можно начинать, согласна, да, и уникальность такой технологии в том, что мы просто заливаем стакан кипяточком, да, ставим на чашечку, заливаем кипятком и пьем кофе, как будто нам приготовили кафе, то есть вкусный, ароматный, правильно приготовленный за счет технологии правильного помола, который рассчитан именно под этот пакет, и, соответственно, правильной, грамотной обжарки. Кофе – это собственное производство компании. Мне с супругом довелось быть на этом производстве. Я собственными глазами видела, как это все происходит. Это такой завораживающий процесс, впрочем, как и кофе. И заметьте, это тоже легкий эмоциональный продукт для продвижения. Вот недавно наша семья, она путешествовала по Краснодарскому краю, по Крыму. То есть у нас такое было турне, связанное и с работой, и с отдыхом. Мы опять заезжали в гости к Вячеславу Демидову с Яной, прекрасно пообщались, заезжали в Ростов к нашим друзьям, тоже лидерам компании Артем Тимофееву, Диане Тимофеевой. Так вот, к чему я это все говорю? К тому, что мы очень много знакомились в поездке, потому что брали еще с собой палатку. Ну, то есть мы любим такой вот активный отдых. И ни один человек, вот думайте, ни один новый, то есть посторонний человек, мы его не знали до этого вообще никак, никто не отказывался вместе вечером посидеть и попить кофе. И за общением мы, естественно, рассказывали, чем мы занимаемся. Всех очень поражала вот эта технология заваривания пакета. А еще этот кофе не только вкусный, он еще и полезный, так как в своем составе содержит грип-рейше. И, соответственно, что это дает? Да? Это поддержка иммунитета, что сейчас очень-очень сильно актуально. Это и профилактика бронхолегочных заболеваний. Это прекрасная привычка пить кофе, еще оздоравливать свой организм. Не буду больше много рассказывать, иначе я прям углублюсь в продукт. Это, об этом я могу рассказывать часами, но кому будет интересно, вы просто можете загуглить о грибе речи и понять, насколько уникальный продукт. То есть не просто вкусно эмоционально, да, но еще и полезно. Вот. Соответственно, вы понимаете, что вот это тот продукт, который, как я уже в начале своей презентации сказала, нужен абсолютно в каждой семье. Да? Вот я сегодня веду презентацию из дома, и сейчас я ловлю себя на мысли, сколько в доме людей, которые еще не знают об этом продукте, но которые могли бы это покупать. И, соответственно, на таком продукте эмоциональном очень легко строить бизнес. И наша задача просто людей знакомить с этим брендом и предлагать один магазин сменить на другой. Согласитесь, что вы всегда, ну, хоть раз в жизни, но что-то кому-то рекомендовали. Даже если не брать вашу заинтересованность, не думать там с позиции, что я буду на этом зарабатывать деньги, когда-нибудь что-нибудь вы рекомендовали. Или, не знаю, сходить в кино, да, посмотреть какой-то фильм, сделать там где-то классную стрижку, не знаю, там, отремонтировать автомобиль или хороший салон, где классные машины или классные консультанты. Но в любой сфере можно найти, да, и сделать кому-то рекомендацию, потому что вам что-то понравилось. Так вот, в компании Армель вот за это нам платят. И на сегодняшний день у нас в компании 10 видов дохода. Я, конечно, не буду вам рассказывать о каждом подробно, у меня нет такой цели. У вас есть обязательно человек, который вас сегодня пригласил, и вы можете
к нему обратиться и сказать: расскажи мне подробнее вот о том-то, о том-то, я вот хочу разобраться. Но на самом деле давайте затронем прям несколько основных видов дохода, которые вы поймете, что вы это можете делать абсолютно легко и непринужденно. Да? Смотрите, сейчас я переключу слайды. Первый, самый основной вид продажи, пример, который я вам сегодня рассказывала, таким способом за буквально 2 минуты, когда рассчитывалась на кассе, заработала 600 рублей. Таким образом, прибыль от продажи одного флакона от 500 до 1000 рублей. Соответственно, у нас есть цена клиентская, есть цена для партнера, да, и на этой разнице вы можете зарабатывать, ну, вот от 500 и выше рублей. Согласитесь, что это хорошие деньги, при том, что если посчитать, ну, допустим, среднюю зарплату за месяц у людей и поделить ее на количество отработанных дней, у некоторых эти цифры, ну, не превышают 300-500 рублей в день. В день. От звонка до звонка нужно отработать, да, и получить, ну, даже если 500 рублей. Что происходит с данным продуктом? Вы параллельно, делая какие-то свои дела, занимаясь там, тем же воспитанием детей и так далее, можете параллельно увеличить свой доход в разы. Представляете, это один флакон. А если 10 флаконов, да, там, в месяц даже, это уже порядка 5000 рублей. И плюс вы еще получите сейл-бонус, это бонус с ваших личных покупок, ну, другими словами, кэшбэк. То есть когда вы приходите в магазин, что-то покупаете, а на следующий месяц приходите, и вам говорят: о, знаете, вы наш любимый клиент, и мы вот вам хотим заплатить еще 600 рублей за то, что вы в прошлом месяце купили у нас продукты. Сказочно, да? Нет таких магазинов, которые возвращают нам деньги, а Вармель возвращает деньги за то, что вы пользуетесь продуктом. Если вы и так пользуетесь классным продуктом, покупаете его со скидкой, а вам еще за это денежку возвращают. Круто? Конечно же, круто. В этом месяце у меня уже более 10000 рублей на продаже. Представляете, как классно? А ведь у многих, у большинства людей вот цель, да, плюсом имеет 10-15 тысяч рублей. Вот многим для счастья столько и надо, да, там, не знаю, делать какие-то себе покупки, либо, опять же, там, на закрытие каких-нибудь там ипотечных кредитов и так далее. Но ведь это самый тот минимум, о котором я сейчас говорю, потому что продажа – это, в принципе, самое такое, ну, простое, что есть партнерство с компанией Армель. Я с этого тоже начинала, потому что мне было интересно, а будет ли интересен продукт конечному потребителю. Когда я поняла, что это интересно, я начала учиться развиваться дальше. И вот к чему пришла, к тому пришла, вы это слышали. Вот. Не люблю хвастаться, но не сказать об этом не имела права. Соответственно, смотрите, да, вот опять же, сейл-бонус – это возврат, да, потраченных вами денег. Так вот, если вы за месяц приобрели продукцию от 100 баллов до 200, вам возвращается 10% товара, 10% оборота. За 200 баллов и выше это уже 15%. И таким образом, даже за потребление, вот вы видите на примере, можно возвращать даже там 2 и больше тысяч рублей просто на потребление. А в принципе это очень реально, если вы просто меняете один магазин на другой, даже уже на личном потреблении, этого будет достаточно, чтобы делать 100 баллов. Но когда вы, говорю, пользуетесь продуктом, ну вот, во-первых, да, а девушка, что, какой аромат на вас? Я же вообще, я молчала, стояла, вот продукт сам себя продает. А представьте, если вы еще просто будете людям говорить: слушай, звонит там подружке и говорит: слушай, давно не виделись, я тут интересный бренд продвигаю, хочу тебе кофе угостить. Давай приходи ко мне в гости, или я приеду, мы с тобой кофе попьем. Или, представляете, парень, да, звонит девушке, делает предложение: давай попьем с тобой кофе. Ну, говорю, в 99% случаев люди не отказываются пить кофе. За кофе мы уже, ну, говорим с человеком более детально, то есть это очень легко и просто, и когда человек пробует кофе, он, естественно, ну, хочет потреблять такой продукт. Когда он узнает, что чашка кофе стоит в разы дешевле, чем он покупает
кофе-лайках, да, я уже не говорю там про кафе и рестораны, то, конечно же, люди выбирают, ну, экономию, это нормально. Если вы начинаете делиться вот этой идеей, то же самое, что сегодня делаю я, да, рассказываю вам о интернет-магазине, собственно говоря, электронная коммерция, другими словами, это то, без чего, ну, сегодняшняя жизнь наша с вами не существует, это вошло в нашу жизнь, да, все пользуются интернет-магазинами и так далее. Так вот, в Форме есть очень классный, крутой инструмент в виде сайта, да, электронного магазина, где можно отправлять ссылки, человек легко проходит, регистрируется. Вам ваше дело просто рассказать, дать человеку выбор, альтернативу. И когда человек говорит: вау, слушай, классно, я тоже хочу такой аромат, я вообще любитель кофе, а еще я спортсмен, и мне прям вот реально нужен белковый коктейль, вот, и человек регистрируется по вашей ссылке, и вы получаете 500 рублей за то, что вы рекомендовали человеку идею. Да? Представляете, вы сделали человеку классно, добро дали, дали информацию, при этом вы еще получили денежку. Опять же, считайте, это один партнер. А если вы будете так же, как я, регистрировать, первый месяц у меня было 26 человек, во второй 25, на третий месяц было такое красивая рекордная цифра 40 человек, это был декабрь, то есть это люди, когда искали подарки, да, я предлагала просто возможность сэкономить на подарки, покупая вот такие вот классные различные штучки. И считайте, только сколько был мой рекрутинговый бонус, а я говорю, что я находилась в декретном отпуске, для меня это были очень классные деньги. И когда на второй месяц я принесла в дом доход чистыми деньгами 100 тысяч рублей, ну, тут даже супруг, который в то время не был в бизнесе, он, ну, занимался нетрадиционным бизнесом и в найме работал, и, в принципе, на тот момент его зарплата не считалась ниже средней, он сказал: слушай, очень интересно, расскажи мне поподробнее, что там у тебя за духи, что у тебя за папочка и так далее. Вот тогда он присоединился и говорит: слушай, давай делать бизнес вместе и будем делать это еще качественнее. И тогда мы, конечно, начали развиваться, обучаться. И слава богу, что в компании есть вот эта классная система обучения, где абсолютно каждый человек с нуля, да, может взять за основу систему и начать правильно выстраивать бизнес. Также вам начисляют еще и профит-бонус, да, что это такое? То есть это бонус за качественный запуск новых людей. То есть когда вы порекомендовали человеку Армель, да, и более того, рассказали о продукте, и он сделал активность хотя бы 35 баллов, но чтобы вы понимали, вот для наших гостей скажу, это в принципе, ну, в среднем там 3-4 флакончика духов, если вот брать о духах, да. То есть это, в принципе, немного. Это вот я, мой супруг и, допустим, мама с папой. Да? Вот, ну, это реальная цифра, это не нужно иметь там склады, помещения и так далее. И за каждые 10 баллов вы получаете 100 рублей. Представляете, как классно? Вот вы рассказали о продукте, я сегодня познакомила девушку с духами, она теперь будет ходить каждый месяц что-то покупать, и я каждый месяц за каждые ее 10 баллов буду получать 100 рублей. Представляете, если это один человек, а если таких человек 10, 20, 30, 50, 100. Вот когда я осознала, когда пришло осознание вот этой вот геометрической прогрессии, это уже, понимаете, та волна, которую, ну, просто не остановить. Вот. Двигаемся дальше. Вам интересно? Вас уже захватывает дух? Вот, кстати, шкала, да, шкала вознаграждения, чтобы вы примерно видели. То есть примерно каждый флакончик там плюс-минус 10 баллов в среднем на слайде написано. И представлена, так скажем, некая карьерная лестница. То есть когда мы приходим в бизнес, мы, конечно, сразу здесь не зарабатываем сотни тысяч рублей и так далее, но это нужно понимать, что даже приходя в работу по найму, мы не зарабатываем сразу, да, как директор предприятия, да и вопрос, будем ли зарабатывать, да, потому что такие вакантные места, они всегда, как правило, уже где-то рассчитаны. Так вот здесь у нас с вами есть возможность неограниченного дохода, даже сегодня, вот
ну, насколько бы это, может быть, абсурдно не звучало, да, находясь в зоне такой финансовой стабильности, друзья, я в поиске, потому что я понимаю, в поиске дохода в Арме. Почему? Потому что я понимаю, что мой доход может быть в разы больше. А почему бы нет? Да? Почему бы нет? А если деньгами распоряжаться грамотно, правильно, направлять их в нужное русло, это вообще круто. И круто, что есть такая возможность. И таким образом, даже если, ну, взять, что вот вы вообще не продажник, не бизнесмен, у вас есть работа, дети, дом, муж и так далее, даже вот при таком темпе в течение года вы можете выйти на доход 100 тысяч рублей и выше. Друзья, кому интересно выйти на такие доходы, поставьте, пожалуйста, плюсики. Я очень хочу увидеть, сколько сегодня таких людей, амбициозных, ищущих и рассматривающих новые возможности. Супер, супер, таких много. Я с вами. Ну что, двигаемся дальше. Время неумолимо бежит. Не буду долго задерживать, потому что у некоторых уже поздний вечер. А помимо того, что мы можем зарабатывать товарооборот вот вашей потребительской структуры, да, у нас есть еще второй вид маркетинг-плана, когда мы зарабатываем определенный процент товарооборота компании. Представляете? Есть люди, которые разделили вот эту идею, которые начали потреблять продукты, таких на сегодняшний день уже немало. И это с каждым месяцем и годом цифра будет расти, потому что компании всего лишь 5 лет, и еще, ну, мне кажется, нет 1% людей, которые знают про Арме. И представляете, усилиями не только ваших, а вообще в принципе людей, которые рассказывают о бренде, показывают, да, товарооборот компании растет, и пусть вы даже будете иметь 1% от миллиардного товарного оборота. Представляете, какие это могут быть деньги? Да, в сетевом бизнесе не бывает так, что мы сразу пришли и с первого месяца начали зарабатывать хорошие, пассивные, стабильные деньги. Но время пройдет у всех. У каждого пройдет год, пройдет два, пройдет три. Вопрос: приумножите ли вы то, что имеете сегодня? Я уверена, я и моя семья это приумножит, потому что мы уже прошли этот путь, и я вам говорю от лица того человека, который получил на практике результат, а не в теории. Да? Вот. А также вот дополнительное вознаграждение – это автопрограмма, то есть на определенном уровне, закрытие уровня 17%. Обязательно позвоните своему человеку, который вас пригласил, скажите, расскажи мне, как нужно сделать 17%, прям вот буквально в течение нескольких месяцев, да, вы уже имеете возможность пойти в салон, выбрать автомобиль, это может быть Kia Rio, это может быть на первом уровне маркетинга, это Kia Rio и Toyota, и на втором уровне маркетинга это уже автомобиль премиального класса, это Mercedes, это Lexus, это BMW, и компания в течение 3 лет ежемесячно будет вам проводить дополнительно автобонус. Представляете, вы и так уже хорошо зарабатываете, у вас есть клиентская база, у вас есть дополнительный пассивный доход, и вам еще плюсом оплачивают новый автомобиль. Шикарно, шикарнейше. И у нас вот в семье появилась традиция, мы, ну, вот так с мужем проанализировали, буквально каждый год мы брали новый автомобиль, и у нас была такая традиция, мы ехали в Краснодарский край и Крым. Шикарно, шикарно. Думала ли я, что когда-то я буду менять раз в год машина с салона? Нет, конечно, не думала. Но все, ребята, в нашей голове. Самое классное, что это бизнес, который можно масштабировать. И здесь вот нет вот этого потолка, который, ну, присутствует часто вот в жизни, да. Ну что, и дополнительные премии, бонусы – это путешествия, да. Наша семья имеет возможность путешествовать несколько раз в год. Один раз это у нас такой семейный отдых, когда мы едем с детьми, и один раз это отдых уже с компанией, где присутствует
существуют люди, которые тоже достигли определенного уровня. Это руководство компании. Для меня это даже, знаете, это такие интересные поездки, где ты встречаешься с единомышленниками, где ты не только отдыхаешь, но ты растешь и развиваешься. И наша семья уже побывала, вот, вы видите, на фото это и Грузия, и Стамбул, Израиль, незабываемая поездка в Сочи. В общем, ребят, я каждому искренне желаю побывать вот в таком вот выезде с успешными людьми. Вы понимаете, что мир, он безграничен, да, и в этом окружении нет людей, там, вот, нытиков, у которых, знаете, все плохо. Это люди позитивные, которые куда-то движутся, и вы можете стать частичкой вот этого всего. Вот. Наверняка у вас возник вопрос, ну что же нужно для того, чтобы вот это все иметь, да, и так далее. А для того, чтобы стать партнером компании, достаточно приобрести вот такую вот стартовую папочку, которую вы видите на экране. Здесь собраны все актуальные пробники парфюмерии, которые есть на сегодняшний день. Коллекция будет пополняться, так как сейчас идет активное развитие данной линейки. Но, тем не менее, вам будет достаточно ароматов, с которыми можно работать, пользоваться, показывать людям и так далее. И плюс в подарок вы еще получите коробочку кофе, еще попробуйте наш замечательный кофе, будете использовать его на своих встречах, своих презентациях. У вас будет своя посадочная страничка, то есть о чем я и говорила, да, такой классный новый инструмент, как электронная коммерция. Вы сможете продвигать себя как предприниматель, который имеет свой интернет-магазин. При том, что вся логистика, все затраты и так далее, это все лежит на плечах компании. Все риски компания берет на себя. Ваша задача — ознакомить людей с брендом и давать возможность людям экономить на хорошем продукте и зарабатывать, ну, хорошие деньги. Кроме того, у вас появляется доступ в систему обучения. И если вдруг вам на сегодняшний день, ну, вы не видите необходимости приобретать стартовую папочку, вам достаточно всего лишь на 40 баллов взять любой продукции, может быть, просто хотите начать с продукции, да, вот взять и поменять в доме зубную пасту, средства для мытья посуды, шампунь, кофе попробовать, аромат взять. Этого достаточно, чтобы стартануть, попробовать продукт и уже для себя определить, хотите вы здесь развиваться или нет. Но уверена на 99%, что вы скажете этой возможности «да». Ну и что? Для тех, кто сегодня действительно хочет не пропустить эту возможность мимо себя, если вас сюда сегодня пригласили, воспользуйтесь этим шансом, да, помните, что может произойти, а что может не произойти в вашей жизни. И, соответственно, я уже вас призываю, да, зарегистрироваться сегодня и уже в четверг попасть на обучающее мероприятие, о той обучающей системе, которую я вам сегодня презентовала. Она называется курс запуск. Уже заговариваюсь, простите меня, тороплюсь, смотрю на часы, что мало времени остается. И, соответственно, уже начать обучаться этому бизнесу правильно, профессионально, не делать тех ошибок, да, на которые мы можем, на те грабли, на которые мы можем наступить, облегчить себе путь, потому что есть уже проторенная дорожка. И пройдя вот этот курс запуск, вы научитесь отвечать на основные вопросы, да, а что нужно делать, да, смогу ли я, как звонить, как приглашать, а как знакомить людей, как проводить переговоры и так далее. На все эти вопросы вы найдете ответы в обучающей системе компании «Армы». Поэтому приглашаю каждого из вас. До встречи на еженедельных обучениях. И также скоро для тех, кто присоединится к волне успеха, да, к пользованию классным продуктом, скоро уже пройдет школа ключевых лидеров, уже начиная с октября. Информация будет появляться в ваших личных кабинетах. Поэтому со многими с вами мы увидимся. Ну, и на этой позитивной ноте
хочу сказать всем большое спасибо за внимание. Вы были потрясающе активной, живой аудиторией. Мне было очень с вами интересно, комфортно. И я искренне верю в успех каждого из вас. А для тех, кто был сегодня впервые, уверена, что вы примете правильное решение. Все, всем пока-пока.